То, что там происходит, это беда. Беда Киргизии и киргизского народа. Ну, как к выборам, так и переворот. О чем это говорит? Вы знаете, это даже, ну, даже не смешно. Вы знаете, о чем это говорит? Это говорит о том, что... ну, ведь это как... Во многих этих странах они же первые шаги делают на пути к собственной государственности, к оформлению этого государственности, к формированию культуры государственного развития. Вот я уже много раз говорил своим коллегам, вот ко всем нашим постсоветским странам нужно относиться с особым вниманием и очень осторожно поддерживать вот эти ростки государственности. Ни в коем случае не вмешиваться со стороны с какими-то советами и с рекомендациями, а тем более с, избегать всякого вмешательства. Потому что это разрушает хрупкие, только нарождающиеся институты суверенитета и государственности в этих странах. Надо дать возможность людям самим аккуратно строить это отношение внутри общества. Просто показывая примеры, но не лезть как слон в посудной лавке там со своими предложениями, со своими миллионами в один или в другой адрес, поддерживая то одну, то другую сторону. Я очень рассчитываю на то, что Киргизия член ОДКБ у нас и Евразэс. Мы многое сделали для того, чтобы помочь Киргизии встать на ноги. Ну, сотни, так я вам скажу, сотни миллионов долларов на поддержку киргизской экономики различных отраслей производства, на создание условий адаптации Киргизии для вхождения в Евразэс. Касается и фитосанитарных служб, таможенных систем и так далее. На просто на развитие отдельных отраслей экономики, предприятий целых. Вот мы уже 500 миллионов долларов реализовали проектов. Но это в самое последнее время. Я уже не говорю о грантах, которые мы предоставляем ежегодно, тоже в объеме десятков миллионов долларов. Ну, разумеется, без жалости и тревоги на то, что там происходит, мы смотреть не можем. Но мы не лезем, обращаю ваше внимание, не лезем со своими советами, с наставлениями и с поддержкой каких-то отдельных политических сил. Очень рассчитываю на то, что в Киргизии, тем не менее, все нормализуется, встанет на ноги, Киргизия будет развиваться, и мы сохраним с ней самые лучшие отношения.